Предлагаю вашему вниманию обзор штатива Era 3710. Высота максимальная 145, минимальная в собранном виде 55. Вот такой вот, 55. Так, что представляет из себя штативчик этот? Этикеточка такая. Был куплен он, кстати, в магазине DNA. Со штрих-кодом. Ну, типа настоящее все. Так, целлофан не был. Целлофан нам не нужен. Так. Чехол. Из водонепроницаемая, наверное, ткань. Вот с такой лямочкой. Одел и в бой пошел фотографировать. Жучков и паучков. Молния открывается. Достается сам штативчик. Чехол пока тоже не нужен. Так, что представляет собой штатив? Три штанги. Почему он называется триподом? Сама площадка, ручка, всякие винты резиновые. Да, резиновые накладочки. Ставится и чтобы он не скользил. Так, на каждой ножке по два зажима. Открываем оба. Вытягиваем одна ножка. Защелкиваем зажим, чтобы обратно здесь работали. Вторая. Как антенну разбираем. На радиостанции, кто в армии служил. Тут, кстати, в цирке не смеется. И третья ножка. Разобрали. Оп. Как обычная система. Стоит. В таком положении максимально разобранные ножки. Смотрите. Устойчиво. Ну, это я сам шатаю ее. А так вот. Камера будет стоять. Я покупал для камеры. Вот там, кстати, есть и держатель для смартфона, но он мне не нужен. Вот защелкиваешь, вот смотрите, кстати, два уровня, вот раз и вот два уровня. Вот защелкивающаяся защелочка, так, наверное, не говорят, защелочка, отщелкиваем ее, снимаем площадку. Кстати, по весу он легенький, одной рукой. Вот у нас камера, вот такая. Здесь винтик снизу. Вставляем по направляющей и закручиваем часовой стрелочкой. Закрутили. Вот, и вставляется вот на эту площадку. Все, защелк. Вот ручка. Работает эта ручка по вертикали. Вверх-вниз. Также по горизонтали. Вот, пожалуйста, установлено. Дальше фиксирую, чтобы она не шаталась. И вот смотрите, в таком положении камера стоит. Все, не вихляется, не шатается, стоит более-менее устойчиво, скорее более чем менее, если не долбить по ней. Дальше. Вот еще одна ручка. Это поднимается штанга на высоту. Вот на ней зубчики расположены, по которым крутится винт и поднимается. Вот поднимается на максимальную высоту. Вот максимальная высота. И здесь фиксируется вот этой гаечкой. Все, она выдвинулась и вот в таком положении стоит. Не знаю, для кого вот это нужна большая высота, вниз-вверх опускать. Мне достаточно либо половинки этой, либо
без этой штанги. Гайки опускаем и возвращаем в исходное положение. Опять затягиваю. Вот, пожалуйста, вот такой штативчик. Для меня непрофессиональный штативчик более чем удобный. Не знаю по цене, стоит он 1400. Для меня, конечно, дороговато это, потому что, видя, какие материалы, допустим, как он сделан, красная цена ему 500 рублей, ну, может быть, даже меньше. Ну, а может, я что-то не понимаю в маркетинге. Ну, в общем, видите, какой штативчик. Вот так поближе возьму вам, его поснимаю, чтобы вы прекрасно понимали сблизи, что он из себя представляет. Три штанги, площадочка, камера установленная. Ну, более чем нормально. Еще раз скажу, штатив называется Era. Вот он, ECSA-3710, трипод. Трипод — это три ноги. Спасибо за внимание. Вот, кстати, зажим для смартфона. Вот сюда ставится смартфон. Вот эта штука, она, видите, пружинная, поднимается, и также на эту площадочку вот сюда вот закручивается. Все. Теперь, наверное, все. Спасибо еще раз за внимание.